Добрый день, уважаемые коллеги. У нас сегодня работа легкая, но очень важная. У нас кариес второго класса в мезиальной поверхности зуба номер 17. Я подготовил вот такую вот матрицу ТОР-ВМ с язычком. И у нас на зубе установлен кламп W3, одет платок Sanctuary Medium, и мы начинаем потихонечку примерку матрицы. У нас сделана сепарация контактного пункта, она хорошо одевается, но вот на данный момент я могу точно сказать, что вот это вот место, которое вы видите, это означает, что язычок длинный. Это, ну, неприемлемо, то есть он может травмировать периодонт, поэтому я его аккуратненько укорочу. Вот таким вот образом. Мы матрицу можем укорачивать несколько раз. И несколько раз ее примерять, тогда это как бы будет хорошо. Опять ее укоротили. Примеряем. Вот. Вот сейчас все встало идеально, так как вот должно быть. Обязательным критерием является проверка того, что матрица встает ниже уровня препарирования протяженно по всей длине. А теперь очень важный момент, я всегда как бы показываю и советую, чтобы вы это освоили. Значит, мы сделаем фиксацию матрицы краями браншами клампа. Аккуратненько его развели чуть-чуть и одели на матрицу вот так. И опять зафиксировали. Это очень, очень хороший вариант фиксации, который вам позволит решать в вашей клинической практике огромное количество сложных ситуаций. Вот. Если кто-то не доверяет такой системе, еще клинышек желтенький, то ничего не мешает вам при клампе W3 от компании ТОР-ВМ, матрицы ТОР-ВМ, поставить любое самое крутое кольцо. Я использую Богатрикс. Его можно приобрести, и его будущие версии приобрести у Андрея Селицова, компании УО «Роберден Клаб». Если можно, наверное. Вот у нас клинышек, он такой немножечко толстоватый, поэтому я выберу другой. Вот клинер должен быть ассортимент белый, пожалуйста, если это слишком. Я показывал вам в одном предыдущем видео обзор ассортимента компании ТОР-ВМ, что можно покупать. Вот это как раз уже идет из той закупки. Материалы. Смотрим, как он встает. Достаточно так слабо. Вернемся опять к желтому. Вот. Желтенький встает хорошо. Не так, как нужно. Вот таким образом вы формируете из нескольких аксессуаров прижатый, надежный, фиксированный контакт второго класса в зубе 17, мезиальная поверхность. Это быстро, очень просто, качественно и доступно, самое главное. Поэтому используйте это в своей работе. Мы закончили моделирование мезиальной стенки. Снимаем матрицу. Последовательность, в общем, такая наиболее удобная. Потом только снимаем клинышек. И также в обратном порядке ослабляем кламп, высвобождая из-под его крылышек краешек матрицы. Держится очень плотно, то есть контакт хороший. Достать тяжело. Пинцетом я еле-еле ее удерживаю, чтобы она высунулась. Вот, вытаскиваю матрицу и смотрим стеночку, которая у нас получилась.
Прекрасный, хороший контакт. Чистая полость, заполняем жидкий билдап и окклюзионную поверхность строим. Очень хорошо. Используйте это в работе.